Ярославль, конечно, странный город. Уже 3 дня не могут разобрать снег из города. Это очень странно. Снег лежит, и никто с этим ничего не делает. Припарковаться вообще негде. Я уже задолбался, я по центру просто второй круг наворачиваю, чтобы как-то все в кофе, попить кофе. Просто негде оставить машину. Короче, не знаю, в Рыбинске вообще нет таких проблем. Типа снег убирают сразу. Краёвка, интересно. А до этого были замороженные какие-то штуки для коктейлей. Они, по-моему, вывалились, да? Вывалились. Блин, я люблю ходить в базар. Здесь нравятся простые продукты. Они простые, недорогие и вкусные. Видали, какие салатики новогодние? Всякое горячее есть. 490 рублей всего. Так, вам не кажется, что нужно в какие-то другие заведения еще походить? Сказали сегодня, что какая-то новая кальянка открылась в Ярославле. Для Волга Групп начал делать прототипирование. Начинаем со структуры, потому что у них очень много разрозненных сайтов, очень много спецпроектов. Сейчас мы это все причешем, структурируем. И сделаем прототип нового сайта. Давно вот не был, со вчера. Пора зайти. Так, мы проводим съемку Александра. Он, ты барабанщик? Нет. Я только учусь, да. То есть основа бизнеса – это структура компании, то есть это фундамент, я считаю. Здесь прописаны основные отделы, то есть это коммерческий отдел. Коммерческий отдел подразумевается на отдел маркетинга, отдел продаж. То есть, по сути, структура компании. Да, да, да. И в этой структуре прописаны ценные конечные продукты, за что сотрудники получают деньги. К примеру, отдел маркетинга, маркетолог – это расширяющая область деятельности, новые клиенты компании, лиды там не дороже какой-то суммы и достаточный объем лидов для выполнения плана по продажам. За это отвечает маркетолог. По сути, он как такой заводик производит лиды. Да, да, да. То есть он нанимает директологов, он нанимает таргетологов. Ну, вот, вот это все. То есть это вот, у нас все эти каналы привлечения трафика есть. Какой ценный продукт интересный у генерального? У генерального, я тебе скажу, это исполнение финансовых, это вот много раз. Какой финансовых результатов, план оборот, план прибыль. Динамика развития в рамках утвержденного бюджета дохода и расходов, планирования организации. Ну, короче, контроль. Это моя функция, то есть. Ну, я соисполняю как бы еще должность коммерческого директора. И вот сейчас вот я вот разобрал пиар-бренд, то, что мы с тобой, да, вот разбираем. То есть, вот видишь, ключевое ЦКП, качественный пиар, расширяющий количество клиентов и поклонников нашей компании. Среди клиентов и среди сотрудников. Ключевая цель – это найм сотрудников и привлечение зрелых предпринимателей. Вот. И вот то, что мне нужно развивать, то, что мы с тобой проговорили, теперь вот это я внедряю. Соответственно, ну и здесь у нас, условно говоря, менеджер отдела продаж. Я менеджеру плачу именно вот за это ЦКП. А это функции, которые он должен выполнять для того, чтобы произвести свой ЦКП. Также производственное отдел, это у нас здесь рождаются наши объявления. И это вот у меня как бы развитие, то есть на развитие идет. Ну тут финансовый отдел, да, то есть отдел контроля качества и административный. А что такое Платрум? Платрум — это как раз система, в которой я работаю. Это какой-то известный, какой-то сервис какой-то? Да, да, да. Герман Гаврилов, знаешь? Да. Да. Ну вот это как бы. Ну... Так, Саша мне показывает дерево текущей реальности, выглядит жесть. Это вот красные, что такое дерево текущей реальности? Красные карточки — это пожары, которые периодически возникают. То есть, ну, сейчас поближе. То есть это пожары. Там, низкая прибыль у нас, отток клиентов, дебиторская задолженность, то есть там, ну, а зеленые, зеленые, то есть и через задавание вопроса, почему это возникает, а зеленые карточки — это получается. Зеленые карточки — это очаги возгорания, то есть причина этих
То есть, по сути, ты в майндмэпе как бы раскладываешь, где в бизнес-процессах или в системе, где есть проблемы какие-то. Да, и я пришел к одной ключевой проблеме, то, что мы работаем с не той целевой аудиторией. Угу. И дальше я составляю дерево будущего бизнеса. Что мне нужно сделать, чтобы решить все эти проблемы? То есть, вот эта проблема решает 80% всех NGE, нежелательных явлений. Прикольно. Понял, да? И вот тут я вот принял решение, что вот первое, надо пиары разрабатывать, а второе – это партнерский маркетинг. Прикольно вообще, слушай. То есть развивать околоцелевые продукты. Саша только что рассказал о каком-то платруме, я вообще такого не слышал. Саша, что такое платрум? Ну, платрум – это система, которая помогает наводить порядок в бизнесе. Угу. То есть систематизировать все процессы. Вот. Тут много всяких различных разделов, начиная с орг-схемы, где прописываем основные должности, функции, которые должны выполнять сотрудники, а также цены, конечные продукты. Так, подожди, так это CRM-ка, что ли, получается? Это не CRM, нет, это система именно управленческого. То есть это нужно в первую очередь собственнику, генеральному директору, чтобы управлять компаниями. То есть у каждого сотрудника есть свой ценный конечный продукт, за что он получает деньги. Ну, к примеру, маркетолог – это количество привлеченных целевых заявок там, по цене определенной. Там. Менеджер по продажам – там деньги в кассе, там, либо деньги на счете. То есть, условно говоря, вот, менеджер по продажам, там, я не знаю, там каменщик – это выложенная стена из кирпича, к примеру. Я понял, у нас вот такая штука в мире. Получается, что тут еще что есть? База знаний. Да, я вижу. Да. Академия, финансы, финплан, контроль качества, да. Пароли даже. Парольница, кстати, вот парольница крутая штука. То есть я сюда по всем отделам забиваю пароли. Если что, пароли твои не показывают. Да нет, они все зашиты. И то есть я выдаю каждому сотруднику, кому надо. И когда если сотрудника увольняют, то мне потом подсвечивается, что ну, надо поменять пароли. Прикольно. Я просто меняю пароли. То есть у нас пароли вообще отдельном паспорте. Да. Финплан финансы у нас Google Drive в отдельном. Ну то есть получается, что эта штука, она, как ты сказал до этого, бардак устраняет в компании. Конечно. То есть... И здесь нет никаких CRM-ок для продаж, никаких там... Производства никакого здесь нет. Это то есть этим пользуешься, ты как генеральный директор. Да, я управляю вот с помощью этой системы своей компанией. То есть у меня полностью удаленный бизнес, 12 сотрудников, все находятся, ну, не в офисе работают, ну, соответственно, каждый. Короче, Платрум. И я так понял, что ты партнер Платрума и внедряешь его. Да, я занимаюсь еще параллельно внедрением Платрума. Могу помочь настроить орг-схему, ну и, соответственно, рассказать. То есть ты как партнер это уже за деньги делаешь, услуги оказываешь? Да, да. То есть через меня можно приобрести выгодную лицензию, и я могу обучиться этой системе. То есть... Прикольно. Ну, первым там, двум-трем клиентам я готов собрать прям за символичную сумму вот, орг-схему. Так, компания. Ребята, все слышали? Я, в общем... Вот Кирилл тоже слышал. Тебе орг-схема нужна? Я понял. Все, слушай, круто. Я Никите передам, моему бизнес-партнеру, ссылку Платру. Спасибо, что рассказал. А давай я тебе рефералку скину. Давай, скидывай. Мне хоть. Скидывай, скидывай. Зацените, какой мармелад огромный. Просто громадный. Просто прикиньте, такую штуковину съесть. Для сравнения просто. Вообще вкуснотеево все тут. Просто ходишь вот так вот руками и все забираешь. Великий Устюг здесь. Здесь Ярославль еще. А как эта улица называется, знаешь? Кирова? А, нет, это не Кирова. Подожди, Кирова. Да, это Кирова. Че? Великого Устюга, это кто? Я? Да? Да. А то я вот так помню, ты думаешь, ну, а про Вологду, ну, помню Вологду, знаете песню-то?
Да, я сфоткал. Это было видео, правда. Что-то сейчас будет происходить, да? А зачем одежда на массаж? Полностью переодеться. То есть массаж всего тела будет. И мы здесь собрались попить чаю просто. Вкусные манговые конфеты тут были. Вот, и чай. Так, собственно, и все. И тайки классные. Тайки? Слушай, я не распробовал. Когда шахматы, очень интересная игра. Кать, ну ты же сейчас выиграешь. Если бы. Сейчас я сделаю максимальный зум на твое лицо. Давай, чего там? Ты выигрываешь, как обычно. Да нет, по фигурам, а нет, немножко выигрываю. Правда, немножко совсем? Угу. На две фигурки. Всего лишь. Ну ты по позиции выигрываешь. Ясно. Фига, такой туалет разрисованный, видели? Централ парк, прикольно. Здрасте, я снимаю туалеты. Вот эта подсветка, нормас. Как будто в игровую зону какую-то попал.